рада вас приветствовать на своем канале, и это очередная серия «Будни вышивальщицы». Неделя у меня получается достаточно загруженная делами, сейчас разные есть хлопоты в жизни, поэтому эта неделя у меня получается со съемками не каждый день, а буду вам показывать порциями, как результат нескольких дней вышивания. Ну, наверное, так будет и интереснее, потому что сразу будет виден результат. И, конечно же, я начать хочу с рождественской деревушки, потому что это самый актуальный процесс в декабре, накануне новогодних праздников. И вы можете видеть, как у меня уже две половины работы стремятся встретиться друг с другом. Ну, пока еще не встретились, но они уже к этому близки. Хочется уже все вот здесь вот дошить, объединить, и картина начнет получать свою большую целостность. На этой неделе я решила посвятить все время углу. Мне захотелось его закончить. Как вы помните, на прошлой неделе я вышила часть так, чтобы дойти до крыши, и дальше я начала уже заполнять оставшееся пространство. И я могу сказать, что мне это удалось. Вот до этой крыши у меня сейчас здесь все готово с точки зрения крестиков и полукрестиков. Здесь очень интересно выглядят силуэты елок. Конечно, когда вышиваешь вблизи, это смесь полукрестиков разного сложения. Тут и одна ниточка, и две, и три, и даже пять. Вот. Темные, совсем темные вышиваются в большее количество сложений. Но зато какой интересный объем получается за счет игры цвета, блендов. И сейчас я уже отчетливо вижу, что позади зданий это хороший, густой сосновый лес. Смотрится очень красиво. Также я доделала здесь кусок неба. И я могу в очередной раз сказать, что я раньше считала, что Dimensions передает какое-то нереальное небо, но таких оттенков розовых, ярко-розовых, желтых, голубых, что вроде как такого не бывает. Но во время своих путешествий в Европу я заставала такие дни, когда я видела именно такое небо. И сейчас я вам добавлю кадры из одной из моих поездок, когда мне удалось увидеть именно такое небо. Я думаю, что это вас убедит, если вдруг вы еще скептически были настроены и тоже думали, что это небо нереальное, то вы убедитесь, что на самом деле так бывает. И дизайнеры Dimensions берут не из головы эту идею, а из жизни, возможно, глядя в окно, когда разрабатывают очередной дизайн. Дальше я начала доделывать еще одну стену у церкви, но это уже перейдет на следующую неделю, и это будет моя цель на следующей неделе закончить эту часть. Ну, дальше я уже посмотрю, куда меня вдохновение поведет, либо небо доделывать сюда, либо я пойду домик сюда вышивать, посмотрим, как получится, куда будет настроение. Очень-очень кайфую от этого процесса. Он нарядный, праздничный. И мне не хочется сильно с ним торопиться, хочется его смаковать, как некоторую вкусняшку. Сегодня вышивала лаванду. И на данный момент у меня практически завершена верхняя часть, где как раз находится сама лаванда. Здесь осталось вышить бэкстич, но я пока не буду это делать. Я хочу пониже спуститься, вышивая корзину, и уже потом, чуть позже, я буду чередовать вышивание крестиков и бэкстича в лаванде. Но уже сейчас можно сказать, что верхняя часть, ну, почти полностью готова, за исключением вот у меня вот здесь пару крестиков не дошито, здесь один, вот здесь чуть-чуть. Но я уже все, я уже перехожу в часть, где располагается корзина. И совсем нижняя часть фоновая.
Так что можно уже судить о работе, можно рассматривать лаванду. Мне кажется, смотрится очень здорово. Даже сейчас без бэкстича видны соцветия лаванды. Очень интересно передан сам сюжет. Потому что лаванда, мне кажется, с точки зрения дизайна, конечно, не самый простой цветок, потому что там много-много-много мелких вот этих соцветий, которые крестиками, конечно, передать так, чтобы это еще можно было нормально вышивать, а не сплошными одиночными крестиками. Мне кажется, задача непростая. Но я каждый раз говорю, что эта схема одна из самых простых у Dimensions. Здесь очень много вышивается постоянно там одним цветом. Процесс, ну, летит. И поэтому я не устаю говорить, что если вдруг вы сомневаетесь, если вдруг вам кажется, что эта работа сложная, то ничего подобного. Работа легкая. Можно брать и не бояться. Мне кажется, что с этой работой справятся даже не самые опытные вышивальщицы. Ну, не скажу, что это прям начинающие, что это первая работа. Ну и она не самая сложная. Поэтому берите и вышивайте, если вам сюжет нравится. Очень здорово. Мне кажется, что вот эта верхняя часть, она, по идее, должна была быть самой сложной. Но нет, я не вижу больших проблем в нижней части, потому что там корзина, она состоит из горизонтальных линий. Я уже по схеме вижу, что тоже ее будет вышивать достаточно просто. Даже для примера покажу вам кусочек схемы. Вот видите, все вышивается. Либо можно рядами вышивать, либо можно вертикально вышивать. Но я вижу в схеме чередование 4 цветов. И мне кажется, что это будет все несложно. Покажу превью на тот случай, если вдруг среди зрительниц, которые смотрят сейчас это видео, есть те, кто не знают, о каком процессе идет речь, то речь идет о наборе Dimensions французская лаванда. И я сейчас обсуждала эту часть схемы, говоря, что визуально корзина кажется очень пестрой, что ее сложно вышивать. Но вот познакомившись со схемой, мне кажется, что эта часть тоже будет простой. Ну и дальше останется уже совсем немного, и работа будет закончена. Поэтому вполне реально, что в декабре этот процесс завершен. Давайте покажу рядышком, как выглядит превью и как выглядит реальный отшив на сравнении. Сейчас вам показываю, и у меня ощущение аж лавандового запаха в носу. Настолько я люблю это растение, что во время процесса даже ощущаю этот запах. Хотя вполне вероятно, может быть, пахнуло сейчас откуда-то. У меня стоят букетики засушенной лаванды в квартире. Может быть, они пахнули. Также на этой неделе у меня была поездка из того разряда поездок, когда нужно куда-то приехать заранее и немного там подождать. Я взяла с собой свой дорожный процесс от Жар Птицы. Это пряничный домик. Вот я его так называю. На самом деле у набора нет никакого названия. У него есть артикул R458. И мне удалось немного вышить часть стены. Небольшое количество крестиков, но, как говорится, корочка по зернышку. Понемногу этот домик продвигаю. И посмотрим. Я вот сейчас только снимаю для вас. Подумала, что у меня сейчас аж 2 домика в процессе. Может быть, поэтому у меня и такие хлопоты среди недели, потому что эти хлопоты связаны как раз с жильем, и это очень приятные хлопоты. И, возможно, даже они мне немного помешают реализовать планы следующего года. Вот, видимо, я себе как-то поспособствовала, вышивая сразу аж целую рождественскую деревушку и вышивая пряничный домик. Вот я и поспособствовала тому, что у меня появились хлопоты, которые отвлекают меня от вышивания. Ну, ничего страшного. Небольшое продвижение. Не буду сильно заострять внимание, просто показываю как отметку, что этот процесс движется, процесс хороший. Но пока на такой стадии, когда еще не особо что-то интересное видно. Как говорится, буду вышивать дальше.
Я заранее прошу прощения за то, что я показываю такую картинку превью, а не реальный отшив. Просто я хочу сказать, что заявленный мной Long Dog Sampler, он в работе, я его вышиваю, но я пока осознанно скрываю реальный отшив, как он получается, потому что я вам обещала отдельное видео со стартом, я обещала вам историю про этот сэмплер. У меня сейчас совершенно некуда вписать в планы по роликам именно этот сюжет, потому что есть много чего другого, что надо показывать именно сейчас, поэтому этот ролик немного откладывается вперед, и процесс я буду показывать уже в том виде, как он у меня будет вышит на момент съемки видео. Я не хочу вам портить первое впечатление крестиков, то есть я хочу вот именно рассказать историю сэмплера и потом показать уже, как получается отшив. Поэтому вот в рамках будней просто скажу, что да, процесс продвигается, процесс потихонечку появляется на основе. Я уже вышила бабочку, вышила цветы. Поэтому запаситесь, пожалуйста, терпением. Я думаю, что на следующей неделе я вам уже покажу. Потому что на этой неделе, ну то есть вы же сейчас видео смотрите в понедельник, на этой неделе у меня запланирован видео финал про овощной алфавит. У меня запланированы рукодельные покупки ноября, что уже середина декабря, я еще за ноябрь не отчиталась. И вот уже через неделю как раз будет возможность снять видео про сэмплер. И тогда я вам покажу, ну, какой-то определенный кусок вышитого сэмплера. Ну, на этом я буду завершать съемки будней. Опять получилась не очень длинная серия, но это связано с тем, что, как я уже сказала, сейчас такая неделя была, когда нужно было очень много ездить, я не так много вышивала. Впереди пока вроде бы планируется поспокойный период, плюс уже предновогодний отпуск, каникулы. Я думаю, там я буду побольше вышивать и будет больше, что вам показать. Поэтому не переключайтесь, все впереди, все будет, будет интересно. Ну, а я желаю вам хорошего настроения, удачи и успеха в том, чем вы занимаетесь. Пока-пока!